Российский МИД сегодня выразил возмущение решением Киева запретить въезд на Украину нашей коллеге, специальному корреспонденту ВГТРК Дарье Григоровой. На днях украинские пограничники развернули ее в аэропорту без объяснений, сообщив, что въезд в страну ей закрыт на 5 лет. В нашем медиа это назвали, цитирую, очередным актом вопиющего правового произвола властей Украины в отношении российского журналиста. Произошедшее, как сказано в сообщении ведомства, в очередной раз убеждает в том, что политика Киева применительно к российским масс-медиа носит пещерный характер. Москва ожидает жесткой реакции представителя ОБСЕ по свободе СМИ. Добавлю, только в прошлом году Киев депортировал 7 российских журналистов.